сейчас, как бы сказать, 21 век, от работы на кульманах и бумаге мы отходим, так бы сказать, вся работа у нас происходит за компьютером. Лаборатория была создана в 2016 году, в прошлом учебном. Основная цель создания лаборатории – это обучение студентов наиболее современным средствам проектирования судов, с тем, чтобы они, придя на предприятие современное, уже владели навыками и опытом работы вот именно в этом продукте. Заводы производят большое впечатление своими гигантскими цехами и конструкторскими бюро. И, конечно, бы хотелось работать где-нибудь там. Самым интересным кажется то, что есть возможность посмотреть все то, что ты придумал на бумаге, все то, что ты представляешь у себя в голове непосредственно на экране компьютера. И ты можешь показать другим, чтобы не объяснять ни на пальцах, ни иногда даже на чертежах не все понятно. Но вот изменение программы за последние 10 лет как раз связано с тем, что появляются все новые, во-первых, средства проектирования, которых не было 10 лет назад, включая вот данную программу, новые расчетные методы, новые современные программные продукты, и учебные планы, и учебные программы меняются как раз в сторону информатизации всех видов деятельности, в том числе и проектной. Первые два года были, скажем так, вводные, третьи уже шли какие-то предметы непосредственно по специальности, мы накапливали опыт, знания, изучали всевозможные системы, и здесь всю эту теорию мы должны научиться применять на практике. В данном случае программный продукт в основном практический. Он предназначен для автоматизации производства, подготовки документов для именно стапелей, производства и так далее. Но на сегодняшний день в судостроительной отрасли идет очень большая, можно сказать, революция по поводу автоматизации этого всего дела. В прошлом году мы прошли сертификацию по английской системе, получили сертификат IMAREST, который является международным признанием уровня нашего образования.